Привет, мои дорогие зрители. Куда я иду, вы знаете? Я лечу навстречу моим девочкам, подружкам. Вы видите, как я заколола волосики? Я их уже отращиваю активно. И поэтому, кстати, в этом доме живет моя знакомая. А тот дом, как он мне нравится. Иду каким-то маршрутом, сама не знаю. Проснулась 8 часов, села по бизнесу, поработала. Так время пролетело, ни йогу, ничего не сделала. Собрала вроде бы с вечера сумку. И эта погода замечательная, настроение хорошее. С утра уже столько всего интересного, информации. Телефон разрывается, подружки тут на связи. Какой кофе принести, что принести. И сегодня еще приедет ко мне моя подруга, мой бизнес-партнер. Вот сейчас тоже с ней переписывались. Ой, как хорошо, когда есть куда-то идти и с кем-то встречаться. В другой стране это очень большой плюс. И знаете, так классно, что никого нет на улице сейчас. Смотрите, Саша. Пусто. В этом доме жила раньше моя подружка. Она здесь продала квартиру. Переехала в другой дом и район. Давно я вам не показывала море, вы соскучились. Я угадала. Но море сегодня, не знаю, или оно такое пенистое, или оно такое грязное. Пока я дошла, я очень много думала. И конкретно сейчас, если спросите, о чем я думала, я не смогу вам ответить. Как мозг придуман, он промелькает тысячи мыслей каких-то. Первым долгом я хочу, знаете, что больше всего? Кофе. Кофе хочу. Мне не верится, что я сегодня пришла первая. Неужели я пришла первая? Кто-то на велосипеде приедет. Но я пришла первая в 10:00. Смотрите. Часы 10:02:03. Молодец, Светлана. Умничка. Наконец-то вышла Светлана из дома. На этот прекрасный вид посмотреть. Ну, знаете, уже скоро жарковато будет в это время. И вот пришло лето, да? Как мы живем, как наша жизнь устроена? Мы постоянно в ожидании чего-то, какого-то чуда. Зимой мы ждем лето, строим планы. Вот оно пришло, лето. Сейчас мы что ждем? Осень, да? Потом зима, года летят, а Светлана молодеет. Вот на какой стол сесть, где почище. Если Сандрочка придет, то нужно поближе к площадке. Вот, мои дорогие, так приятно, что никого нет, я первая. Хоть с вами поболтаю, покажу вам море. Кофеёк заварю сейчас себе. Ой, не жизнь, а малина. Просто побыть в этом. С этими птичками. Чик-чирик, чик-чирик. А я сейчас сяду здесь, посижу. Всем прекрасного дня и хорошего настроения. Вот этот Мерсель, здесь дискотека. Кто спрашивает, кто ищет, где дискотеки? Вот здесь дискотеки, настоящая дискотека. Мы тут были на русскоязычной тусовке. А также это же и турецкая. Здесь такая музыка вечером. Киса ко мне пришла. Не киса, а тигр. Тигреночек. Если была моя подружка Жанночка, она бы восхищалась этими деревьями. Но действительно, какие они огромные. Это ж сколько им лет, чтобы они так достигли такой красоты, да? Глубины, широты. Видите, как их кормят? Здесь и водичка, и все у них.
твои дорогие. Я одна. Ларисочка пришла. И за Яша. И Диар Бакыра. У Ларисы два дома. Она богатая невестка. И золота много. И муж богатый. Всем привет, друзья мои. Начинается новый блог. Сегодня я вам хочу показать мои новые... Ну, мои новые что? Тапочки, можно сказать, да? Вчера у меня были в гостях мои подружки. Сейчас я иду за зарплату. Вот такое у меня красивое платье. Наконец-то пришло время его одеть. Мой муж всегда мне останавливает, говорит, ты только на свадьбу. А у меня каждый день свадьба и праздник. Вот. Вот так я выгляжу. А у меня каждый день праздник. Видите, там пакеты повывялись. Стирка, уборка. Я все бросила, иду, потому что уже время. Скоро закроются все. Мне нужна золотая корона, получить деньги. Прекрасного дня и хорошего настроения. Как вам мое платьице? Вот такое оно красивое, видите? Решила намазать такую красную помаду яркую. И немножко подчеркнули глазки, немножко совсем. Всем удачного дня и хорошего настроения. Пошла я, меня аж ко мне ждет. Какой замечательный у нас сегодня день. Мы где только с мужем не были. 75 стоит такие шапки уже. Все подорожало в Турции. Все. Что мы купили? Зашли в магазин. И сладостей разных орешек набрали. Кешью, антеп. Еще что взяли? Грецкие орехи. Еще что взяли? Бадем. Миндаль. Вот, скоро посылка моя придет. Знаете, с чем? Я вчера на Тренделе заказала себе семена чиа, семена льна. Еще что? Много чего покажу потом. Ой, я уже наелась всего, попробовала. Что тут происходит? Открытие. Вы видите? Компания с кем? Индиримле. Тюм индирим. А дев индирим? Дев не дыме. Дев я бью. Я еще и педагоги. Сыра уюзли. Вы посмотрите, что там творится. Уже двери закрыли. Все дают бесплатно. Ашким. Я тоже хочу. Вы понимаете, когда 75% скидка. Бенди, аладжан бирши. Юзли и твиш беш. 75%. Говорят, не ждите. А это кютуфаны. Вильмы кютуфаны. Библиотека. Эркеклери орда баксен чок вар. Лабилир дилю. Кютуфаны. Ашки, ой, какое движение. Ой, какое движение. Как я люблю.
Bunları biraz genişletebilir aslında belediye bak. Çok dar. Hiç. Эти машины. Çalışmaya. Сколько машин? Сейчас время после 5. 6 уже. Смотрите. Hem кафе, hem... А? Добрый день. Мы зашли сейчас в Мигрос. Покупаем рыбу со скидкой. Чупра со скидкой. Чупра. 300 лир килограмм. Мы за 205 штук я беру. 2,5 килограмма где-то. Вот это. Будь здорово. Пашкин, буные. Бой татличин. Короче, мы сейчас прогуляем, пока там нам чистят. Вот так вот. Полки пустые, скидки. Ну что это было там за скидки? 75%. О, мама дорогая. Вот это вот говорят, что это для протеиновые батончики. Диетические. Как вы думаете, они точно диетические? Просто нет. Не вижу я здесь в этих магазинах ничего. Пробиотик, БАДы. Вот тут посмотрите. Потом посмотрю, сколько сахар. Может, вот так надо перевернуть. Посмотрю, сколько сахар. Вот. Все, мои дорогие, пошла я за Ашкымом. Вы знаете, какое вино пили? Шикарное. С таких красивых бутылок. Вот эти вот вина обалденные. Они 350 стоят. Вот это, кажется, вот мы пили. Обалденное вино. Пирот Кридо. Очень вкусно. Я такое еще не пробовала. А есть и 500. Смотрите, какие цены. Розовое вино. Купили мы сегодня, будем готовить салатик из рукава. Ой, какие вкусняшки я набрала. А, мы это купили кофе. Кофе. Много чего купили, пока. Сейчас я вам покажу. Ой, мои сладкие, как они помогают маме. Сегодня такие скидки, знаете где? В Мигросе. Рыба. Чупра. Вот такая она очень красивая. Как показать вам красивую? Да господи. Ну вы знаете, наверное, чупра какая. Покажу, когда буду готовить. 300 лир. Скидка 200 килограмм. Я купила сколько? Я даже не знаю. 5 штук. Так. Купили специально вот такую соду. Знаете, для чего? Воду хорошо хранить. Это железные бутылки. Для воды замечательно. Купила в Мигросе также орехи килограмм. Килограмм стоит 140. А мчищенный 350. Сейчас скажу, сколько рыба стоит, друзья. Рыба 485. Купила 2 авокадика. Сейчас молодой заходит и очень твердый. Зашли в вот такой магазин Сонкур, где продаются вкусняшки. Купили также в Мигросе. Вот такие вот, мне так понравились персики. 30 лир вообще за даром. И смотрите, что я набрала. Вот углеводы. Смотрите, сахар. По чуть-чуть взяла. Это взяла. Грецкие орешки взяла. Мужем, да. Антепку такой купили. Орешки. Бадем. Сколько денег уходит на еду? Я только вчера на 1000 заказала в Трендалах. Кешью. Прям так и хочется его попробовать. Кешью хочется попробовать и соду попить. А? И еще не все. Лапу. 89 лир килограмм.
взяли разного. Вот и набрали. Еще что купили? Вот такие браслетики. Это бижутерия дорогая. Можно у нас бесплатно получить. Сейчас это модно очень. Качественная бижутерия. Подарок. За покупку чего-то. Но уже, в принципе, закончилось это все. Угу. Сегодня последний день. А завтра лето. Первый день лета. Хочу сейчас это попробовать выпить. Черешня. 60 лир килограмм. Напомнила мне боржом. Боже, как это вкусно! Какая вкусная! Она стоит 25 вообще, а сейчас это, кажется, по 18, что-то скидки. Ну вот, друзья мои, пошла я готовить. Ну вот и рыбка наша. Смотрите, какая красивая. Не буду поливать маслом. Пускай выпустит свой сок. Там баклажаны у меня. Кабачок, а здесь вот закусочка такая будет вкусная у нас. Вот мы еще купили сметану, огурчики. Сейчас я это поставлю в мою духовочку. И будет оно готовиться. А я пойду позвоню мамочке сейчас своей. Лапусечки. Все, дорогие? На час, да, на час. На час хватит. Ну так, на час. О, вот, все. Так, и вот моя зажаристая рыбка. Нерды буюк, нерды кючу. А, бусынин. Ал, более. Вот смотрите, какой у нас сделал стол. Мой муж принес закуски. Уфахлых. Банада. Так быстро делается закуски. Это болгарский. Это кабак. Это все пережарило. Это баклажан. Это сметана. Вот такое все вкусно. Это лизитымо. Мек-мек вар наш. Мек-мек йог. Все. Мы будем сейчас это кушать. Все. Время, знаете, сколько? 9 часов. Вот такой у нас рабочий день сегодня. И у меня этот Сереж уже что-то болит, хотя я одела их 5 часов, было 4 часа дня. А я говорю, знаешь, Ашкин, почему говорю, у меня болит? Потому что нужно золотые сюда. Благодарю Вселенную за все, что происходит в моей жизни. Такой был сегодня насыщенный день. Я купила себе такой сегодня французский парфюм за 125 евро. Мне должны привезти его. Я раньше заказывала одной моей подружке, она приехала, но нигде не было там. Не нашла она этих в аэропорту, в магазинах, бутиках. И заказали специально. Везут мне. Ну, надо любить себя. И с Ашкимом тоже. И Ашкима. Я, потом Ашким. Как интересно проходит у меня выходной день. Вся в работе, друзья. Одно закончила, второе. Вот, наконец-то я пошила брюки. Все. Надо переходить к следующему. Сегодня я не занимаюсь уборкой. Сегодня я хочу подошить вот эти мои красные тоже. Ой, друзья, как и хочу потом такое платье пошить себе. Не то, что пошить, перешить. Я вам рассказывала, у меня черное платье и такое есть. Верх уже испортился, знаете, как выцвел, да? А я вспомнила, у меня такая есть ткань. Вернее, у меня сарафан. Сарафан очень сексуальный. Сейчас точно я его не одену. Вот. Это из моей молодости, но ткань обалденная. Я ее привезла, думала, что-то детям пошью. А я пошью как раз себе вверх. И просто будет
обалденно красивый. Поэтому хочу быстренько зашить. Надо сейчас вот оверлок делаю. Почему делаю такими белыми? Половина белого, потому что нету много красных ниток. Вот. Хочу закончить и уже, может быть, завтра начать шить. Вот такая я деловая, мои дорогие.